Дистанционно занимаются и тренируются практически во всех спортивных школах и отделениях. Помимо тренировок, с помощью интернет-связи проводятся и соревнования. Например, в онлайн-турнире по шахматам приняли участие воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Белая ладья», завоевав 5 призовых мест. Тема нашего урока, записываем в своих дневниках, счетные операции. Но прежде чем побеждать в шахматных турнирах, ребята долго и усердно занимаются. Введение режима самоизоляции не стало поводом для отмены тренировок. Несколько раз в неделю юные шахматисты под руководством своих наставников проводят онлайн-занятия. Пешки А2, Е4, Ф2, Ж2, Х4. Занятие ничем не отличается от обычных, за исключением, что общение тренера и спортсменов проходит дистанционно. Ребята изучают новые темы, отрабатывают полученные навыки, проводят шахматные турниры. В общем, спортивная жизнь кипит и продолжается, несмотря на карантин. Всем еще раз удачи, работаем. Видеоуроки и домашние задания вы сегодня получите в течение, часов до 7-8 вы получите. Пока я сейчас еще одно занятие проведу, и затем я вам все это дело отправлю. Всем понятно? Да.